Диапазон 40 метров вызывает радио Николай VI, Леонид Харитон Федор. Роман Николай VI, Леонид Харитон Федор для всех на приеме. Радио Зоя 3, Дмитрий Борис Иван. Спасибо за ответ, коллега. 5-9, ровно. Василий в городе Таганроге. РЗ-3, Дима Борис Иван, РН-6, Леонид Харитон Федор. Прием. Да, Протвино записал Максим. Все здорово, принято до плюс 5, до плюс 10 децибел станция выходит. Великолепный сигнал замечен, так что все здорово, Максим. Отголоски небольшие доносятся и сюда, ваших разрядов. Но, в принципе, как бы работать хорошо, чисто вроде. Вот. Максим, вопросов не будет. Если что, ко мне, я с удовольствием отвечу. РЗ-3 ДБИ, РН-6 ЛХФ, прием. Ага, Максим, хорошо, спасибо за знакомство, за КСО. Рад буду слышать вас вновь на диапазонах. Работаю довольно редко, в основном с коллективки, поэтому вот. Ну, сейчас как бы лично встретились. Наилучшие пожелания на Протвино с Таганрога, Максим. РЗ-3 ДБИ, РН-6 ЛХФ, пока. На частоте Роман Николай VI, Леонид Харитон Федор. Всем прием. Диапазон 40 метров вызывает радио Николай VI, Леонид Харитон Федор. Роман Николай VI, Леонид Харитон Федор для всех на приеме. Ой, кто-то на шумах радио я слышу, я извиняюсь, коллега. Порядка 7-8 баллов шумы, вот, и не принимаю, слабо довольно. Здесь Роман Николай VI, Леонид Харитон Федор, всем прием. УС-4, Леонид, центральный, спасибо за ответ. 5-9, 5-9, Василий в городе Таганроге. УС-4, ЛЦ, РН-6, ЛХФ, прием. Ага, Александр, сейчас запишу, Харьков, есть такое дело. Ну хорошо, из Харькова принимаю, Александр, спасибо за ответ, за КСО. Только наилучшие пожелания на Харьков с Таганрога, Александр. Если что будет, отвечу. Ну а так, доброго вечера. ОС-4 ЛЦ, РН-6 ЛХФ, прием. Разница хорошая. При первом положении 8,5-9 баллов, небольшие QSB. А во втором положении порядка где-то 10-15 дБ в плюсе. 15 дБ прироста до 20, наверное, даже. Александр, прием. Спасибо большое, Александр, успехов вам на ладке. 73, ОС-4 ЛЦ, РН-6 ЛХФ, пока. На частоте Роман Николай VI, Леонид Харитон Федор, всем прием. Анна Мария Николай. УД-6, Анна Мария Николай. 5-9, 5-9, громко, качественно. Василий в городе Таганроге, прием. Добрый день, доброй ночи, Василий. Очень здорово, тоже слышу. 5-9 плюс 10. Город Обинск, зовут Анатолий. Радио Николай 6, Леонид, Харитон Федор. Здесь Ульяна Дима 6, Анна Мария Николай. Прием. Анатолий, ну великолепное качество, студийное, можно сказать. А что там у вас работает, прием? У меня ТС-850 и Кенвуд, и
Конечники 3U50, 900 вольт. И на магнитную антенну работает. Прием? Да, я понял. И какой-то ревербератор еще, да, прием? Да. Немножко тут усовершенствовал. Убрал вот эти повторения всякие. Немножечко сигнальки раскачал и все. Вот. Как прием, прием? Великолепно. Как в студии, Анатолий. Ну, здорово, прям так вот добавляет этого такого какой-то глубины и реверберации. Хорошо. Анатолий, наилучшие пожелания на Обинск. Дальних связей вам пожелаю здоровья и до будущих связей. УД6АМН, РН6ЛХФ, прием. Ага, спасибо, Витя. Вася, до свидания, всего доброго. Желаю удачи, до встречи. Буду рад еще посвящаться. Пока-пока. Пока-пока, 73. Роман Николай, 6. Леонид Харитон, Федор, на частоте для всех, прием. Вызывает радио Николай 6, Леонид Харитон Федор.